Добрый день, дорогие друзья. Я прошу прощения за качество звука. Я сейчас записываю со встроенного в ноутбук микрофона. И сейчас хочу поведать вам о небольшом своем эксперименте, который я провожу уже вот несколько месяцев. Эксперимент состоит в следующем. Я в последние несколько месяцев чисто ради эксперимента выпустил несколько простейших приложений на Android. И сейчас я хочу рассказать вам, сколько же эти приложения мне принесли. Вот давайте посмотрим. Это сейчас вот моя админка в Google Play, админка разработчика. Вот это вы сейчас видите все приложения, которые сейчас выпущены мною на данный момент. Каждое приложение имеет платную версию и бесплатную версию. Вот. Платные версии, как видите, стоят по $4. Тематика совершенно разная. Это православная тематика и программистская на разных языках. Вот. Ну, собственно, что я сейчас хочу вам показать. Как бы многие сейчас, как бы, считают, что данные, как бы, приложения на Android, они, ну, это какое-то типа несерьезное занятие. И на самом деле, как бы, многие люди именно в этом ошибаются, потому что сейчас эта ниша очень не занята. Буквально лет через 5, даже, наверное, еще раньше, где-то года через 2, она будет полностью вся занята, на Android будет огромное просто количество приложений, и как бы туда уже протолкнуться будет сложно. А те, кто начинает, как бы, свою деятельность по созданию приложений сейчас, они могут реально получить, ну, как бы, сорвать большой куш, и где-то через 2 года ихние приложения могут оказаться очень-очень востребованными, и их будут, как бы, часто покупать. Так вот, давайте посмотрим, сколько принесли мне приложения эти только за данный месяц. Так, сейчас я зайду в свой Google аккаунт. Так. Вот, давайте посмотрим с начала мая. Вот у нас начало мая вот здесь начинается, да? Вот, и все, что пошло вот здесь вот, вот, раз у меня купили, два купили. Вот эти заказы, они отменены, так что их мы смотреть не будем. Так, потом что еще? Давайте их просто тупо посчитаем, чем будем морочиться. Так, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь заказов по $4. Это $32. Умножим на 30 рублей, 960 рублей за начало этого месяца. Сейчас у меня, так, сейчас 9 мая, то есть, как бы, считайте, что за 10 дней, да, я почти за 10 дней, я заработал почти 1000 рублей. Причем, как бы, это идет заработок такой пассивный, то есть ты один раз создал приложение, оно постоянно продается. Вот такая вот, как бы, классная штуковина. Вот, поэтому, как бы, если у вас сейчас есть возможность, если вы думаете над тем, как бы, какой язык осваивать, какую, как бы, в какую область программирования вклиниться, чтобы иметь, как бы, потом заработок и перспективы, то вот я вам рекомендую именно рынок Android-приложений, они очень востребованы. Это, кстати, еще не считая доходов с рекламы. Ну, рекламу я только что настроил, поэтому там мне особо вам показывать сейчас нечего. Там заработано сейчас не больше доллара, по-моему, вот оно, да? Ну, где-то так. Вот. Если вы сейчас думаете над тем, как бы, как начать изучать, собственно, программирование на Android, то у меня для вас есть специальный видеокурс. Находится он вот на вот этой страничке. Вот он. Вот по нему вы можете начать изучать программирование. Вот, курс там дешевый стоит, он около 400 рублей. Только электронная версия, так что вот можете приниматься за изучение. Ну что ж, с вами был Артем Кашеваров, вот с таким вот немножечко шпионским видео касательно моих заработков на Android-приложениях. Все, друзья, до встречи, с вами был Артем Кашеваров.